Впервые за несколько месяцев общегородское совещание проходит в очном формате. Снятие ограничений по коронавирусу позволяет встречаться вживую. Одной из главных тем стали антикризисные меры поддержки бизнеса и льготные кредиты. Теперь плановых проверок у малого и среднего бизнеса не будет до конца года. За первое нарушение предприниматель получит только предупреждение. А сами штрафы приравниваются к штрафу для индивидуальных предпринимателей. Для тех компаний, которые взяли кредит до 1 марта 2022 года и вследствие изменения экономической ситуации констатируют падение доходов более чем на 30%, предполагается кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. Также бизнес может получить льготные займы для импортозамещения. Гостиничный бизнес и туризм освобождается от выплаты НДС на 5 лет. Разработана инвестиционная программа для развития предпринимательства. На это пойдет 335 миллиардов рублей, а системообразующие предприятия могут пользоваться займами под 10%. И это далеко не все меры государственной поддержки бизнеса. На прошлой неделе наложено взаимодействие в Киеве практически со всеми банками, в том числе с основными государственными банками. Они по вашему распоряжению организовали линии поддержки местной. В каждом банке теперь есть куратор, который напрямую взаимодействует с юридическими лицами. Также администрация запустила горячую линию для бизнес-сообщества. Другой темой стал мониторинг цен на продукты и их наличие на полках. Дважды в неделю 15 инспекторов лично обходят торговые центры. Мы необходимую работу проводим в первую очередь с сетевыми магазинами на предмет того, чтобы все товары, которые поставляются на полки наших магазинов, подвоз осуществлялся на регулярной основе. Небольшой был сбой в воскресенье в связи с большим наплывом наших жителей магазина. Но эту ситуацию в течение дня мы поправили. Обсудили и предстоящий месячник по благоустройству округа. Традиционно он должен пройти в апреле. Однако глава предложил приводить в порядок городские объекты после осенне-зимнего периода раньше срока. Вы отдали распоряжение раньше начать этот месячник благоустройства. И с 25 марта, как температура более-менее становится плюсовая, мы начинаем уже работу с 25 марта до 1 мая. Через полторы недели в Химках начнут ремонтировать и красить урны, лавочки, информационные стенды, газонные ограждения, бордюры. А когда совсем потеплеет, приведут в порядок сами газоны и высадят цветы. Глава обратил внимание, чтобы предприятия в Химках активно подключались к облагораживанию прилегающих к ним территорий. Каждое предприятие, подчеркиваю, это важно, каждое будет проводить месячник по благоустройству. Органы исполнительной власти федеральной, которые находятся на территории города, администрация города совместно с нашим сообществом поможет убрать и навести порядок. В рамках месячника по благоустройству пройдут субботники. Первый из них пройдет 9 апреля. Называется «Начни с себя». 16 числа пройдет общеобластной, а 23-го – муниципальный.